Рестарт плюс проклятый. Ну, пока за проклятый только ты, лоу. Поэтому... Пока я нормально денег получаю без проклятого рана, тем более, что если ран будет проклятый, я, например, не смогу спейсуху купить себе. Точнее, взять и использовать себе. Со спайсом крыса очень даже неплохо валилась, несмотря на проклятие. Поэтому, если спайс будет, я не против им даже воспользоваться. Крыса без урона по спайсам. У меня, правда, защита была, но тем не менее. Давай я тоже буду за проклятое. Давай нет, Гвазар. Давай ты не будешь за проклятый. Мне это больше нравится. Так, магаз, хорошо. Плюс проклятый, ну во, всегда так. Ладно, если будет еще один рестарт, то сделаем проклятый, окей. Вечно вы за всякие проклятые раны, вот, вот такими быть. О, ключ, хорошо. Коричневый сундук, хреново. Окей. Не совсем плохой пистолет, но хреново, что просто коричневый сундук. Не, да ладно. В принципе, в магазине... Сколько ключей в магазине? Один? Да, в магазине один ключ еще есть. То есть, если я этот ключ не потрачу или выбью еще один ключ с этажа, то можно даже на доп сходить. В принципе, да. Почему нет? Пока ран не проклятый, пока ран хороший. Антон за проклятый, земля за проклятый. Всегда так, да? Все за проклятые дни, что ты шикернул, отдохни, сыграй обычный ран за робота. Не, за обычную пульку, вот так лучше. Обычная пулька еще легче, чем заяц. Шаг, спайс красный, так что мечтать не вредно. А разве спайсуха только красная сначала? По-моему, не только. Катюх, ты можешь Вики проверить? У спайс только один грейд, красный, и все. И только после того, как я найду ее в красном, она будет... Ну, во-первых, она с боссом может выпасть, если что, да? С боссом может выпасть любой грейд. А во-вторых, только после первого нахождения в красном сундуке она становится доступна вообще с любого. Спайс только А. И... Значит, или я нахожу ее после босса, или я... красный сундук, да? Ну ладно. Ну я бы не сказал, что красный сундук такая уж большая, прям редкость, чего уж там. Красный сундук это не редкость. Редкость получить сразу спайс с красного сундука, да. Потому что можно получить много бреда, а не нужная спайсуху. Ты пуля надоела в конец, бывает. Не ешь пули, Антон. Может, не надоест тогда. Глюч не выбил. Сундук синий. Секретки нет. А. Ладно. Синий сундук это не то, что бы я хотел открывать. Поэтому, возможно, на доплевел можно будет смотаться. Возможно, можно будет смотаться даже очень неплохо. Фармить его там. Не люблю такие комнаты. Вообще на петуха гатлинга комнаты без стен это такое себе удовольствие. Сейчас я, например, тупо чуть урон не получил. А! Вот махнул же вовремя, блин. Ау. Реально вовремя махнул, все нормально было. Не, нафига. Так, два ключа. Окей. Вот это уже интереснее, да. И броня в плюс, хилки. Да, хилка в магазине у меня будет фул хп. Уже неплохо. Уже нет бэд. Так. Оп. Фул хп. Все, оп. Единственное, что секреток нету. Мэ. Угу.
Да, я оставляю после себя лужу яда, да, я немножко об этом забыл. Бывает. Наверное, деньги я тогда тратить просто так не буду, у меня ключей за подлицо хватает. Хотя на этом этаже одни всяко дешевле. Для шаков сейчас все интереснее, только бы не проклятый ран, отстань. Не, как бы, ты знаешь, если бы только не проклятый ран, я бы не спрашивал, делать его или нет. Я бы мог совершенно спокойно сделать проклятый ран. О, нормально. Кровь монстра с пистолетом, да? Найс. Слушай, кровь монстра защищает меня от яда, ребят? По-моему, да, правильно? Кровь монстра, по идее, должна меня защищать от яда. Защищает, отлично. Так, что там Катька написала? Скилл на стримах Шокирона, вот это редкость. Я с тобой не согласен. Я уж не буду говорить, что это обидно, да, но я с тобой не согласен. Бывало, как бы ей скиллуху показывал, причем весьма неплохую, зря-то так. Зря. Да, Шак, спасибо за то, что показал комнаты классные... А, The Room, которая? Классную игруху, первую часть за полтора часа прошел на одном дыхании, буду вторую проходить. Удачи тебе в этом. The Room действительно очень прикольная игра. Соглашусь. Это был бы руин, если после получения урона тебя заставляет получать еще урон от яда. Ну мало ли. Вот такая вот специфика, почему бы и нет. А, оу, наверх надо. Я не ожидал этого урона по себе, я не ожидал, что надо именно наверх проходить. Ауч. Да, слушай, подлючая секретка, буду знать. Точнее, не секретка, а ловушечная. Я ни разу не видел, как ее проходить надо. И на бум знать. Мечом махать тоже дело себе весьма... О, блин, вот это я вообще не люблю. Здесь не получить урон прям, ну, очень дико, да, сложно. Самое начало и сразу две ловушечных. Это грусть. Причем грусть весьма конкретная. Я еще как лох не могу уклониться от ветерана нормально. Но это ладно, одно. А вот в ловушечный вот так урон получить, это, блин, обидно. Мне как-то сейчас хпшка очень сильно нужна внезапно. Я точно знаю, это все из-за Катюхи, вот. Она, короче, обижает отсутствием скилла, и скилл вот такой весь из себя обиделся и ушел. Не будет больше скилла. Так. Только направо. Окей. Забавно, здесь еще и магазин топовый будет. Сейчас посмотрим, что в магазине. Мне, конечно, деньги нужны, чтобы на крысу пройти. Но шанс того, что я хотя бы пройду на крысу, уже достаточно маленький из-за моего количества хп. Поэтому надо пользоваться шансом купить себе что-нибудь прикольненькое. Ключ. Нойс. Так, во-первых, магаз. Да. Три ключа. Зашибись, магаз. Так, торгаш. Что за торгаш? А, это не торгаш, это вообще мимик. Наверное, мое оружие пока не такое же плохое, чтобы ему зачищать этаж. Да. Поэтому мимик будет когда-нибудь в конце, я думаю. Можно будет мимика под конец уровня пройти, когда я его зачищу уже. Тут хреново, что на некоторых врагов, вот на таких, яд не действует здесь. У меня получается от яда урон весьма неплохой, а на врагов-то не действует, потому что я в каналке. Зеленый сундук неплохо. Не мимик. Секреток нет. Ну ладно. О, маузер. Текс. Я могу немного сделать спиралити ключ.
Или заряжающая пушка, но мне заряжающая пушка не так сильно нужна. А вот ключ спереть, почему бы и нет? Так, хорошо, хорошо. Маузер можно даже... Фу, не люблю эту комнату тоже. Охалая! Маузер можно даже комнаты зачищать, в принципе. Или с помощью маузера можно украсть крысиный ключ, в принципе. Хм. И забить на то, что у меня может денег на него не хватить. Тратить на все подряд, а потом крысиный ключ тупо украсть. Это неплохой вариант, я бы сказал. Нет, правда неплохой вариант, слушай. Знаешь, как говорят про российский кинематограф, то, что мертвого умереть не может? Это ты к чему вообще, глаза? Это вот ты эту аналогию к чему вообще привел? Ай, да, жопа. Дважды жопа. Да я сейчас умру такими темпами, между прочим. Когда в меня эти круговые пули попадают. Да, что-то как-то пока что хреновато у меня со скиллом все. Прям даже где-то очень. Так, еще и допы, зашибись. Хорошо, хоть маячная пушка есть, даже зомби-пули есть, в принципе-то. А, тут два здоровых гриба, даже не один. Воу. Я вообще не помню комнаты в игре, когда бы два здоровых гриба респаунились. Это очень большая редкость. Тем более, что они не дали мне вообще ни хрена, считай. Это обидненько. Так, опять эти тупые выстрелы. А, все нормально. Пока что жив. Ура, проклятый ран, отстань, я еще живой. Все еще не настолько плохо, чтобы кричать ура, проклятый ран. Подумаешь, у меня пол хп всего. Это не показатель того, что пора начинать проклятый ран, между прочим. Че, опять большой гриб? О, да, ням. Уйди, 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 уйди. Слава, я этим даже в угол его запихал, чтобы он меня не плюнул. До тех пор, пока я буду следить за вражескими выстрелами, все, в принципе, будет не так плохо, я думаю. А вот когда в меня наконец какой-нибудь рандомный выстрел попадет, тогда да, будет грустно. ХПшка не падает нифига, вот что грустно. Если я сейчас начну играть за робота за какого-нибудь, это будет прям хп, 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 хп. А здесь, блин, хп получить, ну просто, я не знаю, попси порвать надо. Фэр. Чувак, который стреляет наперед меня. Ага, аккуратно. Чё-то как-то плотно, блин. Сложнее, чем проклятый ран, между прочим. Реально сложнее, чем проклятый ран, получается. Уворачиваться от всего вот этого, вот имея пол хп всего. Ей, хпшка, нифига себе. 8 патронов. Вообще великолепно. Все, патрон кончится, окей. Так, теперь мне только маузер на зачистку остался. Ладно.
Так, секретовка. Ни один вроде не дышит, на удивление. ХПшку, хорошо. Сейчас я даже не против ХП получить из коричневого сундука, это здорово. Позвонок, рассвет оруживших мертвецов. Я даже не знаю, что это такое за комбо. Интересно. Катик, можно тебя попросить, чтобы я сам в Вики не лез, да? Посмотреть, что это за комба такая. Рассвет оруживших мертвецов. Так, ну в принципе даже оружие на босса есть, да? Это не такое же плохое оружие на босса. Вау. Хотя, по-моему, патронов мне не хватит. В итоге босса чуть ли не маузером придется добивать. Что, в принципе, может быть. Не, 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 не надо тут. Вот да, вообще. Да пипец, да жопа, какие же у тебя рандомные атаки, а? В смысле, атак мало, но двигаются они рандомно. Давай, почти добил. Ей, найс. Я играю, я понял, Катя, окей. Сейчас я посмотрю сам. Текс. Снежка пули. Я всем напомню, что это уголь из Айзека. И вместе со скоком от стен, например, вот с этого пистолета, это может быть очень большой урон. Прям о, очень. Так, Агина, позвонок. Значит, сначала Вики, 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 Вики. Давай посмотрим. Позвонок 47. Если у жильца есть зомби-пуля, то шанс восстановления боезапаса при промахе из этого оружия удваивается. Неплохо, неплохо. Да, спасибо, Лоу. Так, значит, секретовку я уже находил. Ключей у меня, к сожалению, нет. Если что, спереть я могу очень много всего со следующего этажа, включая крысу, крысиный ключ. А это значит, что я могу сейчас купить ключ и открыть, например, два вот этих сундука, потому что интересно. Броня, хорошо. Отлично, я бы даже сказал. А здесь? Еще плюс ХП, тоже неплохо. Плюс ХП, плюс броня, плюс отличное оружие. Жалко, патронов нет и ХП нет. Ну как, ХП появилось, конечно, после босса. Патронов недостаточно. Мне нужно еще пол хпшки, чтобы у меня ножик обратно стрелял. Это было бы неплохо. Не имением большего, да. Сначала позвонком я буду зачищать, а потом, видимо, маузером. А если патронов в итоге вообще не появится, то... Ну, что я могу сказать? Грустно будет. Точно, у меня же снежкопули! Надо снежка пулями пользоваться. Пиу. Пустышка. Ну ладно, пускай будет пустышка. Так, 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 стоп. Вот. Достаточно всего лишь толкнуть. Там, кстати, магаз наверху, я его сейчас упустил. Это из-за того, что я спер в магазине, на меня уже легло одно проклятие? Это немножко странненько, ну да ладно. Я сейчас стараюсь, как только могу, избегать урона. Но получается, к сожалению, нифига не всегда. Так. Ну же жопница, а так телепортироваться. Ей, патроны, нойз. Большой нойз. Так, что у нас здесь? Ха, сова. Золотой амулет, амуниция, это, между прочим, неплохо. И отсюда, кстати говоря, я же могу что-нибудь спереть. Между плотем. Тут вопрос в том, сова или золотой амулет амуниции. Вот хороший вопрос. Дай золотой амулет амуниции сначала украду. Окей.
Еще я не знаю, можно ли красть два раза подряд, потому что без маузера, например, с помощью домовой шашки, за один этаж нельзя два раза украсть из магазина. А с помощью маузера, по-моему, можно. Здорово, Аделрон. На крысу, может быть. Шаг, если найдешь черепоплюю, то он будет... Да, про черепоплюю позвонок я помню, про синергию, да. А еще снежкопуля, но там у меня проптосус был в прошлый раз на черепоплю синергию, да? Здесь у меня не проптосус, а именно уголь. И с углем нужна другая синергия. Мне нужен отскок от стен. И только с отскоком от стен синергия получится полной. Ну, кстати говоря, по идее, неплохо даже на маечную пушку работает, потому что маечная пушка хорошо отталкивает. И из-за этого хорошего отталкивания вторая пуля, которая долетает до моба, долетает уже с эффектом угля. Стена еще. Ой, стена, говорю, зеркало, зеркало. Зеркало это не так плохо, если будет хорошая пушечка, хороший сундук какой-нибудь. А из сундука будет хорошая пушечка, да, естественно. Это будет вообще шикарно. Так, да, посмотрим, что за зеркальце. Еще одно проклятие, например. Зеленый сундук, хороший сундук. Бумеранг, хреновая вещь. Бумеранг, хлам. А сундук неплохой, да. Жалко, неплохой сундук дал плохой дроп. Эп. Ух ты, прям передо мной исчезло. Ай. Ну, почти сморг, скажем так. Всего одну броню пока потерял. Все хорошо, пунь-прунь. Сейчас бы, блин, по звонкам их убивать, но патроны жалко. Так, хорошо, наконец-то выход к магазину. Пока есть возможность, надо спереть крысиный ключ. Пожалуй, что. Так. Окей, на крысиный ключ есть. Проклятие до хрена, правда, есть. Но крысиный ключ тоже есть. Наверное, это хорошо. Надо следить за проклятием. Я пока что... Сколько раз украл-то? Три, да? Три проклятия на мне сейчас. Сову спереть, амулет купить, и будет имба. Сова будет себя комнате убивать. Да-да-да-да-да. Но я лучше попробую сову еще раз спереть, на самом деле. Кстати, можно попробовать прямо сейчас. Я не уверен, что это будет работать, но... Золотой амулет амуниции сам по себе неплохо, а сова это хлам. Варюга. И все, мне больше ничего. То есть, два раза за один этаж у одного и того же чувака спереть нельзя ничего. Вот. Себе напоминалка. Да, здесь больше ничего нет. За один этаж два раза у одного и того же спереть нельзя. У разных можно, у одного и того же нет. Буду знать. Окей, обойдемся без совы тогда. For science, так сказать. Все ради науки. Так, зеленый сундук, к сожалению, с фитилем, поэтому я его немного не сумею открыть. О, последняя пол хп, найс. К сожалению, фитиль. Фитиль много чего ломает. Ключ я, наверное, все равно не буду покупать. Так, погоди, я сундук. Нет, мне ключ надо бы купить все-таки из магазина. Да. Окей. Я даже два куплю. Окей. Пригодится оба два. Особенно на следующий этаж, чтобы крысиный люк открыть. Так, меч. Да. Меч у меня теперь фулка. Стрелять я могу. Стрелять я могу много. Так, и динамит. Ну, почти не бомба, да. Еще патроны. Хорош. Сюда. Так, тут мне кажется, что должен быть сундук, а справа... Сейчас обидно было, ну ладно. Меня опять же ножик, как всегда, вперед ткнул к пропасти. Я, как обычно, не проконтролировал этот процесс. Ну ладно. О, найс.
Мембрана шикарный для меня дробовик будет сейчас. Так, секреток вроде как нет. А, ну ладно. Так, точно нет? Точно. Секретовка может быть после босса, либо в магазине. В магазине надо сышку проверять, а после босса проверить можно будет прямо сейчас. Здорово, герой, давно тебя не было. Так, чем? Попробовать убивать сначала вот этой пушкой, тем более, что это патроны Конда. Осколками от стен, пока у меня мега-снаряды будут. Мега-снарядами попробовать мега убивать мега-патроны Конда. Вроде как получаться должно, но это не точно. То есть не стрелять тупо в нее, да, непосредственно. Надо стрелять в стену от нее. Чтобы отскоками от стен увеличивались снаряды. Увеличился урон снаряда. Но что-то пока вот не прет совсем. Я бы даже сказал в очпе. Не, хрен с ним. Окей, стреляем в нее непосредственно. Пока что-то хреновато. Ай. И урона ей не нанес нормально пистолетом, и сожрала она уже двух. И за счет этого отхилился, и за счет этого меня очень некисло преследует, надо признать. Нет, тупая читерская патроноконда для дебилов. А вот если взять себе сразу цепь, да, то, в принципе, даже неплохо заходит. Надо было не париться с пистолетом и сразу себе цепь брать. Я вернулся, хорошо, очень давно, что вернулся. Два ключа, отлично. Больше ключей, богу, ключей. Так. Значит, тут у нас есть секретовка или нет? Так как пистолет полная хрень, то можно им пользоваться для определения секретов. Ать. Нет. Окей. Секретовку не нашел, бывает. Ничего страшного. Ненавижу этого босса? Да все ненавидят этого босса. Патроноконда это худший босс для второго этажа. Такс. Да, наверное, я пистолет себе оставлю на зачистку комнаты. Сам по себе пистолет на боссов будет хренью полной. Вот. Поэтому чисто оставить на зачистку комнаты, в принципе, его можно. И не забыть заметить, где будет крыса. Крысы. Много крысов. Да. Всё. Патроны пистолета этого не жалко, поэтому можно выпускать хоть по одному врагу миллиард патронов. Так, давай сюда. Жалко, не убивает быстро. Угу. О, магазин? Серьезно? А, жральня. На первом этаже я жральней так и не воспользовался. Сейчас, в принципе, можно. Можно отдать и маечную пушку, и пистолет. И то, и другое мне сейчас не нужно, потому что у меня появилась мембрана. Возможно, сейчас появится что-нибудь лучше. Ну, вирус, сам лох, аккуратней быть надо. А не трогать противни горячие руками голыми. Хорошо, автоматический пистолет, найс. УЗИшку пригодится, особенно если у меня будет на УЗИшку какой-нибудь прав. Ну, желательно, чтобы был на УЗИшку какой-нибудь прав. Я, кстати, не привык то, что у мембраны такой разброс. Обычно мне мембрана-дробовик достается только когда есть... уменьшение разброса с чего-нибудь, да? Сейчас это не раз... Ну, лучше в пропасть, хотя и так урон получить, и так урон получить, я думал, что это мимик. Так, плюс патроны... Да, плюс патроны пригодятся лучше, чем вот этот тупой бумеранг для дебилов. Определенно. Если что, патроны для той же мембраны сумеют достаточно легко восстановить, это очень важно. Не успел перекатиться. Чё-то я сегодня лох в перекатах так-то.
И в поимке броненосцев по тёлкам был лох, и что-то в перекатах лох. Чуть красные все, ну, тогда вообще не парься. Главное, маслом не мажь. А то, знаете, дедовские советы помазать растительным маслом вместо ожога, да? Только от этого хуже становится. Вот, поэтому, если что, вместо ожога мазью не мажь. В смысле, маслом. Мазью какой-нибудь можно, маслом нельзя. Окей. Ох, падла. Что еще? Что еще? А. Так, хорошо, магазин, из которого тоже можно что-нибудь спереть, например. Это было бы очень неплохо. Да что такое? Слезобрызг. Можно, в принципе, ключ спереть, но я пока не хочу еще больше проклятий на себя навешивать. И тем более, что у меня 3 ключа есть, фулка на этот этаж пойдет. Поэтому пока переть ничего не надо. О, еще патроны. Нойс. Ровно тогда, когда нужны были хорошие патроны. Красный спаун, щик, неприятненько. Там еще летучий мышь большой такой. Летучий мышь большой, ой, ему видней. Так, допустим, наверх. Здесь должен быть босс, по идее. Нет? Оу, это хрена. Вы что, издеваетесь, что ли, оба-два? Так, это были плохие. Окей. Фью. Да, у меня пустышки было 3, все нормально. Я же амулет амуниции спер, чтобы у меня больше пустышков было. Все. Это снова неправильно. Вот, вот это правильно. Ужас. Проклятые осьминоги, это вообще жесть. О, здесь крыска. Окей. Броня. Окей. Так. Я дверь, я дверь, я дверь. Я вовсе не медведь. А как приятно в дверь сразу полететь. Ой. Так. Сейчас бы маслом мазать. Уже учебно в детстве намазал один раз. Ну, мне в детстве говорили, что маслом мазать надо. Я тоже как бы ученый уже. На своей шкуре испробовал. Так. Зашибись. Крысе проход есть. Вполне себе может быть, что крысы я умудрюсь завалить, правда, я еще не знаю чем. Потому что нормального хорошего оружия, нормального хорошего говорю, нормального, скажем так, оружия, да, просто нормального, на крысы пока что нет. Ну, позвонок разве что, окей. Позвонком можно крыс убивать очень неплохо. Так, о, вот это неплохое оружие на вторую стадию крысы, откровенно. Команда вообще сама по себе неплохое оружие, на вторую стадию крыса тем более. Так, давай, наверное, вверх сначала. Так, не мимик вроде, рок. Рок нафиг не нужен. Это на пробел, это типа очарование врагов вокруг себя. И оно реально нафиг не нужно. Отлично. Внизу, я так понимаю, будет кругаля, а справа будет босс. Надо сначала босс. Рог Грохана, типа того. Первая стадия позвонок. Команд... Не, первая стадия позвонок. И УЗИ, наверное, или мембрана. А на второй стадии уже команда надо использовать. Причем, возможно, даже надо сохранить патроны, вот эти мои пробельные, на то, чтобы на второй стадии использовать команда 2 раза. Потому что вряд ли я за 40 патронов команды убью как бы крысу, да, это логично. Патрошки сохранить для... Ну, неплохо, ладно. Сейчас патроны пополнить очень даже важно. Так, кругаля, босс. Окей, теперь босс. Босса можно проходить с командой, потому что я все равно патроны пополню перед крысой.
Поэтому этот босс команда совершенно спокойно проходится. Обидно, честно. Вроде как перекатиться должен, только не получилось. А, глаз чешется. Люблю команды на боссов, прям. А учитывая, что команда более-менее самонаводится, а у меня еще и уголь есть, там урона с угля влетает очень даже неплохо. Во. Окей. Так, надо подальше от босса быть определенно. Как у него мило хп отнимается. Кайф. Важно, когда будет мини-игра у крысы, сохрани ульту, суперудар до второй и третьей стадии в момент вращения. Не хочу. Важно, не хочу. Это мне сейчас с босса ышечка выпала, между прочим. Это раз. Во-вторых, увеличить. Сколько там увеличения? Ну-ка. Свинцовое решето. Один контейнер здоровья. При поднятии полностью лечит Аризельц. Увеличивает урон на 25%. Скорость передвижения на 10%. Скорость переката на 15%. Когда у Аризельца одно сердце или меньше, 50% вероятности избежать урона на робота. Избегание урона действует всегда. Вот. И это эска, естественно. И это очень мило, что босс мне подарил эску. И на самом деле получается очень нехеровый поход на крысу. Так-то. Даже перед крысой есть что по зачистке устроить. Класс. Окей. Онгорд. Вперда, то бишь. Да. Очень немило, что мы не робот. Ну... Даже не роботу, ты знаешь, вполне себе пойдет. Но увеличение урона на 25% это уже как бы не хреново, да? Хотя бы вот просто это уже очень неплохо. Увеличение скорости, увеличение перекатов, это вообще офигенно. Это ж не ОС выходит. Синдарин, 50% опять. Тебе могут, ты знаешь, 50% прокать или не прокать. Как игра захочет. Такс. Верхний справа, верхний сверх, помним, да? Вверх. Так, вниз. Такая себе комнатка. О, прям в пулю. Ну, благо пуля проклятая, а мне пофигу, потому что броня все еще. Так, хорошо, один проклятый, больше проклятых не прокнуло, это радует. Лучше так, серьезно. Так, верхний справа. Я, кстати, могу так-то мечом зачищать, действительно. Верхний справа, вверх. Остался только низ вверх. О, пол хп. Ну, типа ок, да, у меня хп фул, все нормально. Момент, когда крыс повернется себе спину, лучше всего, когда хвостом. Да, ок. Оставайтесь с нами, ваши советы очень важны для нас. Для начала мне надо хотя бы крысу пройти, ты знаешь? Вот. Маленький есть такой косяк. Хотя бы. А там уже посмотрим, как попрет. Так, значит, патроны мне нужны сюда фулка. Сюда полка. Все, патроны фул, ну почти на все пухи. Ноги. Первую стадию можно мечом колбасить, пока у меня хпшка есть. И потом посмотрим уже. В
Не об... Блин, тупые ловушки для дебилов. Ау! Обидно в меня, падла, попало, но хорошо, что... Это немного не считается, потому что яд. И я действую, в принципе, на нее тоже весьма неплохо. Найс. Такс. Вот теперь будет чуть-чуть посложнее. У меня нет неуязвимости в этот раз. А, поэтому надо будет действительно что-то делать. Ни разу не убил. В смысле, убил? Ну, в третью стадию нет. Третью стадию я ни разу не прошел полностью. Блин, сразу? Да ладно. Не, ну это нечестно. И давай сюда сразу. А, мне... не, не работает так. Там именно по центру надо, то есть оно не сработает вот так, как я хотел. Так, эти ребятки мне немного помешают с РПГ стрелять. Я забыл, что у меня скорость переката увеличена. Я сейчас могу... Короче, реже перекатываться надо, да. Чтобы все правильно сработало, надо перекатываться реже. Хреновая атака, конечно, но да ладно. А чё? А поближе, не, никак? Блин, за патронами аж прям к ней пришлось идти. Ау. И она еще дважды мне урон наносит вот просто так, потому что она вызывает вот эту хрень, которая просто из-за стены мне сразу урон наносит. Нечестно. Блин, самая бесячая атака ее. Окей. Ну хотя бы прошел, уже неплохо. Блин, ребят. Ну ладно, я сам замутаю. Секунду. Может кто-то мут кинуть... вот этому вот подсказчику по зязе. Блин, не успел. Окей. Плюс хп, ладно. Реально надо заранее ее бить в этот момент. Есть. Ашка выпала, конечно, но это не ключ, который я хотел. Ей, глюч, хорош. А, слышь? Вот сейчас удар битой обидно было. На. Ау. А, блок, 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 точно. Вот опять же, по идее, я должен был ей сбить сейчас удар. Но я не сбиваю его. Опять же не успел нажать назад. Бывает. Спасибо, Синдарин. Патроны, походу, крыси вызвала не себе. Во-во. Здорово, фанатик. Как дела? Неплохо. Второй ключ получил. Это уже неплохо даже. Очень даже хорошо, я бы сказал. И пушечку ашную тоже получил. Тоже неплохо, в принципе. Ну, можно сказать ГГ. Два ключа это в любом случае ГГ. Хочу ли я на дракона? Вот в чем вопрос. Могу ли я на дракона пойти? Я могу выкинуть ХП, ХП, зомби-пули и еще плюс ХП. И мне будет очень плохо. Наверное, нет. Наверное, я не хочу, чтобы... Хотя вот камень Гуона еще выкинуть можно. Сейчас давай посмотрим, если мне с первого сундука упадет
сыр, то тогда можно, в принципе. Если сыр с первого сундука не упадет, то тогда пофигу. Так, патронов у меня фул, в принципе, все. Пяу, 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 мимиков нет. Так, ну давай, допустим. Да, сыр действительно офигенно. Так, сейчас. Я не знаю, кстати, крыса здесь появляется, чтобы твои вещи спереть или нет. Я об этом никогда не задумывался. Раз. И два. И три. И четыре. Ми. Ну давай вот это четыре. Эй! Окей. Мы идем на третью стадию дракона в итоге. В принципе, оружие у меня для него тоже есть, да? Весьма неплохой, я бы даже сказал, набор оружия. Главное, чтобы хватило выживаемости. Из выживаемости мне должна дать головка сыра. Сыр. Сыр классный. Третья стадия дракона ни хрена не классная, сыр классный, да. Заодно еще посмотрим, какие у него атаки есть, да, и как мне от этих атак лучше уклоняться. И не забываем, что золотой амулет амуниции есть. А золотой амулет амуниции — это много атаки. Очень много атаки. С пустышки, естественно. Как они меня пинают. Блин, чуть-чуть не хватило сожрать еще одного. Какие-то. И броню желательно, естественно, всю на дракона оставить, потому что когда он мне будет наносить урон... Нет, не если, а когда он мне будет наносить урон, он с прока брони еще больше урона будет получать. Это тоже важно. Третья стадия, да, Синдарин, третья стадия дракона. А ты не видел спецдракона, как я проходил, что ли? Я уже проходил эту третью стадию, которая задница полная. Причем гордился так собой вообще. О, забей вообще, как гордился собой, когда прошел. Потому что она очень сложная. Даже два патрона, серьезно? Даже с учетом того, что ты можешь собрать имбу поганую, да, очень сложно. Это третья стадия драконов, одна из самых сложных вещей, которые вообще в игре есть. И она явно посложнее крысы, кстати. Вот не поверишь, но третья стадия дракона посложнее крысы будет. Так, сейчас снова вака-ваку можно, в принципе, врубить. Да, вака-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 
Чуть-чуть не того, кого нужно съел. Совсем на полшишки. У меня есть еще удар грома, вот эта бесполезная пушка. Ей, в принципе, тоже пользоваться можно для зачистки. Но мембрана просто пока что удобнее. Ну-ка. Не люблю пушку. Слабая, бесполезная. Единственное, что меткая, да. Но почему эта пушка А? Вообще непонятно. Она Ашка не должна, по-моему, быть. У меня пока ХП не фул, я, к сожалению, мечом пользоваться не могу. Хотя против вот этих шляп можно вполне. Можно чат пока почитать. Нет, не видел. Окей, увидишь эту имбу третью стадию, когда он меня просто плющить начнет. Налево и направо. И чё? А. Еще допы, еще допы, еще допы. Я надеюсь, я до дракона-то дойду здесь, в принципе. Ничего не должно мне помешать дойти до дракона. Ну, за исключением, окей, многопроклятых врагов. Окей. Многопроклятые враги могут помешать мне дойти до дракона. Но не должны быть.
Но могут. В чем прикол на самом деле на драконе? Ты видишь вот эту маленькую дракошу, которая со мной летает? Когда я приду на дракона, эта маленькая дракоша будет за дракона. Она будет летать рядом с ним и стрелять в меня постоянно. Даже когда придется с кругов перекатываться, чтобы уворачиваться, да, от выстрелов. Сумка... Нет, на удивление. Пейдейную сумку я не хочу сейчас. Массовый дробовик, типа, окей. Пейдейная сумка — это вообще не то, что бы я сейчас хотел себе забрать. Это точно. Так, патроны. Ок. Что будет? А я правильно сделал, что сыр-косичку к пиву взял? А, это не вопрос? Да, правильно. Сыр-косичку вообще можно и не к пиву. Сыр-косичку можно как бы и просто так брать, она и просто так вкусная. Но лучше, наверное, все-таки сосисоны какие-нибудь. Мясцо, так сказать. Хотя, так как я пиво не люблю и не пью его, и не знаю, что к нему лучше, возможно, ты знаешь лучше. Да ладно, наверняка ты знаешь лучше, что к пиву подходит. Так, осталось пол хп до фул хп. Хорошо. Надо бы тоже сыр взять к вермуту. Фу. К вермуту, по-моему, он вообще не зайдет. К вермуту вообще мало чего заходит на самом-то деле. Только если, я не знаю, шоколад какой-нибудь, но... Если у тебя вермут с соком, да, разбавленный, то ему вообще ничего не нужно. Он самодостаточен с соком. Я так считаю, по крайней мере. Ампула с ядом нет, ключ еще один можно. Можно, на самом деле, даже броню взять помимо ключа. Опять же, денег дофига. Йоу, сигареты и кофе. Ну, к сожалению, у него ничего не надо брать. Я опять же спереть даже могу, но переть нечего. В этом косяк. У меня, скорее всего, будет стенка, босс. Я от нее далеко убежать не смогу. Это вот минус один. То есть мне надо стрелять как-то по диагонали, чтобы мои выстрелы имели хоть какое-то значение. Ну и, естественно, сыром пользоваться, благо неуязвимость он дает в любом случае. Не уязвимся от всего. Вот из-за самонаводки не хотят снаряды лететь по диагонали нормально. Они всегда хотят лететь в лицо, а я хочу, чтобы они летели по диагонали тудой. Вот типа того. Я кушать хочу. Хоти, как бы, поешь, кто тебе мешает, как бы, ты. Ни хрена, я высоком разбавил, пьешь. Ну вот я про то же, да. Вермут разбавил соком и как бы самодостаточно и вкусно. Так, что у нас здесь есть? Еще одной секретовки здесь не будет. Окей. Я думаю, я даже патрончики в магазин куплю ради команды. Ага. Деньги девать все равно некуда. Опять же, спереть можно в любой момент будет. Пофигу. Вот, и мы проходим на пятый этаж. Да, соком. Ну, к вермуту лучше тогда какой-либо салат, либо кусок мяса. Можно сыр, но только не косичку, а нормальный сыр. Если любишь сыр с плесенью, к вермуту отлично сыр с плесенью заходит, типа бри. Но вообще вермут обычно, ну, не с соленым, короче, едят. Можно вермут вполне себе поесть картошечкой, ну, в смысле, закусывать относительно вермут картошечкой и так далее. То, что есть на новогоднем столе. Потому что, ну, я обычно на Новый год мартини с соком пью, да, и все, что есть на новогоднем столе, в принципе, вермут не портит. Я не скажу, что очень сильно украшает, но не портит. Это уже не так плохо. Какой-нибудь оливье, какая-нибудь картошечка, вот оно к вермуту заходит норм. Мясо тоже. Причем и говядина, и свинина, и курица, и индейка. Все к вермуту неплохо зашло. По крайней мере, на Новый год. Вака-в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 ака. Всех сожру, один останусь, ёпта. Так, теперь у меня будет мини-босс. Чем я буду валить мини-босса? Позвонком, очевидно. Он будет иногда далеко от меня, и поэтому позвонок будет по урону рулить. Ну, с учетом снежка пуль, естественно. Главное попадать, потому что зомби-пули я как бы продал. Точнее, не продал, а отдал на съедение. Это разные вещи.
Вот, поэтому желательно сейчас попадать. Тихо. Окей. Тише. Отлично. Без урона броню пока сохраняю. Есть еще один ключ, есть хпшка на всякий. Стол техника ракетная, окей. С чем? С командой? Стол техники искателя? Так, стоп, еще раз. Окей, Вики. Так, команда. Ком 4.0. Столы начнут самонаводиться на врагов, лол. То есть это не команда на команду влияет, а на столы влияет. Но я пока не говорил о какой-нибудь самонаводке. Да. Или, возможно, команду в руках держать надо для этого. Очень может быть. Да, команда в руках для этого надо держать. Тогда столы самонаводятся на врагов. Это забавно. Шаг с плесенью хорош к вину. Ой, не шаг, а сыр. Шаг с плесенью вообще плох на самом деле будет. Шаг с плесенью хорош к вину. Да, кстати, а чё бы нет, я бы не против к вину. С какой-нибудь мадам. Шаг с плесенью. Шампусик норм с красной икрой, я на Новый год так поглощаю. Мне шампанское в последнее время не нравится. Я предпочитаю, если не шампанское, то розовое игристое. Это как шампанское, только вкуснее. Ну и да, с икоркой в принципе ничего. Здорово, хакер. Как же весело столы уезжают. Ага, только в путь. Яма. Точнее, как бы вака-вака-вака, но яма. Ах ты жопа. Успел, найс. Сжирали эти 9000. Все. Бдынь. Бдынь. Это что такое было? Бдынь. Бдынь. А, это он от этих, от пули уворачивается так, лол. Забавно. Вот это поворот! В прямом смысле этого слова. Ехал в седу, такой, и на 180. Красиво, красиво. Стол, который разворачивается на 180 от этого врага, это красиво. Так, ну-ка, давай еще разок так. Ну, на 180 здесь, конечно... О, ну-ка. Оп! Как он огибает, просто злов нет вообще. Имба стол 9000. Круто, круто. О, синергия. Ей, синергия. Импульс с чем у тебя синергирует? Рука на пульсе. Когда я получаю урон, много импульс, точнее три импульски появляются вокруг меня, начинают стрелять во врагов. Бывает. Шаг с плесенью такой себе, отстань. Шо ты ржешь, я пьяненький, у нас ведущему инженеру 60 лет сегодня, рад за него. Форсаж 3.5, старийский дрифт. Ну я только хотел про дрифт написать, лох. Точнее, не лох, нет, слупок. Так, снова команда в руки. Так, тут столов нет, так ей команда не поможет. Я даже ваковачить не буду пока что. О! Магаз! Жральник, показалось. Так, ну на тебе Ашку, наверное, которая мне нафиг не нужна. И на тебе зелень. Бэшку, которая тоже нафиг не нужна. О, гексопушка, это неплохо. Лол. Гексопушка, это очень неплохо. Так, столы есть, столов нет. Спереть что-нибудь можно.
Сухпай нафиг не нужен, например. Гремучая змея просто потому что, ну, можно попробовать. Я, кстати, не знаю, я у нее не пер, по-моему, еще ни разу. Можно ли у нее вообще спереть? Да, можно, нормально. Окей. Можно даже пустышку еще одну взять, потому что, опять же, золотой амулет амуниции дает очень много урона с этих пустышек. Работать будет. Окей. Гремучая змея, ну, в принципе, на зачистку комнаты даже пойдет. И отравляет неплохо, и урон у нее, по-моему, очень неплохой. Да и меткая зараза. Да какой же ты живучий, жопа. Красная причем. Я вообще не сообразил, что это было. Я просто стоял на месте, получил урон от моего урона, стригелилась броня, от брони умер враг. Все, это все, что я понял. Я еще не понял, почему я урон получил. Окей. Так, стоп. РПГ, поехали! Вот это огибает, вот это дрифт. Вот это поворот. Такс. А еще у нас есть стол здесь? Это столом не считается? А, вот, еще стол. Врум-врум, мазафака! Нет, ну ладно. Так, и здесь, по идее... Не, еще не босс. До босса еще рано, потому что я еще не получил... сундук, еще один. Сначала мне надо получить еще один сундучок, и только тогда будет босс. Так, ну-ка. Стоп. Врум-врум! Этот стол слишком жирный, чтобы пройти по столь узкому проходу. Бывает, бывает. Привиденька была, привиденька ря-та-та, да? Окей. Я вообще не заметил ее, честно. Так, стоямба. Можно даже ракетницами немножко... Ауч, популяция. Опять же, стол не может такие вот пространства узкие проходить, и вот это немножко обидно. Босс будет справа, проход на сундук будет сверху. Это 100%. По-другому здесь быть пока не может. Вот это падло явно более опасное. О, пустышка. 6 пустышек. Очень неплохо. Помимо того, что это защита неплохая будет на третьей стадии, это еще и урон на третьей стадии той же. Нихерово, я бы сказал. Так, стопы. Поехали. Поехали. Так, поехали! Ой! Ухи! Уху! Прикольно. О! Даже девочка, которая продает улучшалки. Обалдеть. Синергичная мадам. Мне очень-то нужно сердить чародейку, это не я. Так, зеленый сундук, хорошо. Авиаудар хреново на самом деле. Уж явно на сыр я его не променяю, это факт. Здесь нужно 65 монет, у меня, к сожалению, таких денег сейчас не будет. 65, 68, 61, я не помню. 65. Мне нужно еще 10 монет, мне их добыть, к сожалению, неоткуда. Надо было в магазине не покупать, например, еще одну пустышку, вот разве что. Не, да ладно. Секретов вроде как здесь тоже я не нашел нифига. Разве что в магазине можно посмотреть. Так, у тебя секретка есть? Нет. Ну ладно. Эх. Кстати, про драконья. Где дред? Не знаю, работает, наверное. Я сам дредух тоже давно не видел. Будешь брать синергию, выкинь все, кроме позвоночника.
там имба синергия. Ты как бы понимаешь, что она может тогда синергию мне не дать? Синергичный сундук может выдать знак вопроса в ответ на это. И будет прав, между прочим. Вот, видишь, дракон теперь летает вот справа от него и стреляет в меня постоянно, падла. Это очень сильно неприятно, надо откровенно признаться. Потому что из-за этого я попадаю под урон. Да. Ты должен уклоняться от тех выстрелов и от выстрелов дракона одновременно. Это не прикольненько. Так, погоди, мембрана. Пока рану пробил использовать, да. И вот смотри, мне, короче, надо уклониться от его сейчас атак будет. Вот этой вот атаки. И после этого он сразу перейдет в третью стадию. Вот после этой атаки. Падла! Не, нормально. Жопа. Вот видишь, как... Вот просто вот с этим ничего не поделаешь. Эта тварь тебе стреляет, когда тебе, ну, просто некуда деваться. И вот. Он, собственно... Дракошу хватит. И сожрать. Зато в этом, ну, когда третью стадию ты проходишь, он очень прикольно умирает после нее. А мне пуфик на око Саурона. А, да, я же не зря, не просто так пустышки держал, действительно. Видишь, куча улучшенных атак. По сторонам они тоже летают. И отскакивают еще сверху. И я пустой, и это херовато. Давай гекса пушкой, наверное. Не, гекса пушкой это жутко медленно будет. Ну давай мембраны, окей, на. Эх, блин, очень много снарядов летит. О, ниндзюзишки, господи, прости. Причем, видишь, проклятая одна даже. Полному. То есть, ну, как бы без крысиного сыра я бы сюда не пошел, честно говоря. Потому что без сыра здесь вообще делать нифига. Да, я забыл, что я хотел пустышками его убивать, действительно. Ну и одну пустышку я оставлю, когда ну совсем жопа будет. Ага, вот эта атака очень милая стала, да? Смотри. О, ракета, в которой я, кстати... Если я попаду вот в эти места, я не смогу атаковать. Вот он очень прикольно умирает после третьей стадии. ГГ. А пустышки для лохов, да, отстань. Пустышки для урона должны были быть, вот. И они для урона, собственно, и были. Все нормально. ГГ-шище. Между прочим, мы... Собственно, вот. Такая вот третья стадия дракона. Очень сурово, если у тебя нет неуязвимости. Выжить крайне сложно. Правда сложно. Ну и ХП у него тоже весьма не кисло так в третьей стадии. Ран отличный получился. Просто великолепный. Так, давай. Шлеп. И ГГ. Так. Погодите секунду, я сейчас у себя свет включу, а то что-то потемнело резко. Вот, и мы продолжим играть только теперь за нормальную пульку и проклятый ран, как я и обещал. I'm a holster, I'm dragon.
country wind to whisper one truth. Body the floor, bullet rolling through roof. Ammo willing, past killing, gun shall shoot. Non-stop hammer cock, violent manner shots. Hell of a lot, keep cannon hot. Cannon I seize, grand of our peace. West hand it, got peace, best last man standing. Gun speed, please boss man. Hey. Ну, собственно, вот это на самом деле решето, которое с босса получило, оно очень сильно тащит. Снежка пули, конечно, тоже, но свинцовое решето — это жесть. Очень. Плюс 25% урона — это очень круто. Фер. Смотри, есть ритуал, запускаешь пульку, сразу рестартишь, потом проклятие, найс дроп. Нет. Дракон так удивленно смотрел на свои взрывающиеся лапы, что у него от непонимания взрывалась башка. Хорошая теория. Он обычно просто весь из себя такой мяу и умирает, а здесь прямо именно взрывался. Посегментно. Очень мило выглядит, да. Окей, проклятый ран. Причем с самого начала проклятый ран, да? Никакой пощады. Только с самого начала, только хардкор. Зато денег много, да. С первой же пульки, то есть первая комната, первая обычная пулька, 6 монет. Ну, потому что почему бы и нет, да? Да, кстати, к вопросу, буду ли я делать проклятые раны за других персонажей, я уже отвечал, да, я отвечать не буду. Коротко, нет. Почему? Уже много раз отвечал, но... Тем, кому надоело на пульку смотреть, сорян, проклятый ран только за пульку делается. Ну, точнее как, делается-то за всех. А хороший только за пульку, да. Мое личное мнение, вы можете быть с ними согласны. Так, проклятый, проклятый. Бабло, бабло, бло, 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 бло. Три комнаты, 42 монеты. Not bad. Слизняки, наверное, самые приятные, что есть на этом этаже, когда ты получаешь их проклятых. Потому что они делятся, они потом еще делятся, в итоге у тебя 8 слизняков, которые дают тебе деньги. Это очень приятно. Прям очень. Так, первый сундук коричневый. Замечательно. С него ключ и компас до кучи. Окей. Серьезно, сюда, не влево? Ну вот. За робота, Кать, за робота бесполезно играть проклятый ран. Опять же, блин, причин я называл уже массу. Я не хочу просто так повторять. Давай скажем так, окей, не то, что нельзя сделать, я не буду делать проклятый ран ни за кого, кроме как за пульку. Вот. Так лучше. Проклятый ран можно сделать за кого угодно с самого начала. Да, абсолютно. Но я так делать не буду. Ну, потому что не камильфо это. Не камильфо, это когда тебя, блин, всякий слизняк догоняет просто так с нихрена. И наносит очень много урона. Так, второй коричневый сундук, еще один ключ. Отлично! Луч вспышка, а? Так, хорошо. Два коричневых сундука, два ключа. В принципе, пока что даже в плюсе. По ключам, несмотря на то, что дроп нормального не было, по ключам все равно в плюсе. Это радует. А робот лучше пушкой и броднёй, не хп. Да, только при этом от проклятого врага ты все равно не убежишь. А-а-а, ни одного проклятого слизняка. Вот, пожалуйста, не... вот, вы помните, сколько я получил с проклятых слизняков в той комнате, да? Ни одного проклятого слизняка, денег не получается. Да! Спасибо. Черный сундук, с черного сундука очень некислое оружие. Мерси. Нет секретовки, здесь нет секретовки. Окей, секрет... секреток.нет. Пускай будет. Госпец. Интересное предложение. Я попробую над ним подумать. Я сделаю вид, что я над ним подумал. Ну, в принципе, можно, на самом деле. Сложно, конечно, может быть, но... Сгонять-то можно. Щупальца прикольно.
Окей, так, спил. Окей, не стрелять, так не стрелять, что-то. Работает ритуал. В смысле, у меня рестарта как не было. Я как бы взял пулю, зашел, взял проклятие и начал играть. Я не делал никакой рестарт. Так, сюдой. Здесь можно попробовать не перекатываться на самом деле-то от них. Они не всегда требуют переката, можно даже все вопросы решить простой пустышкой. Ну и вот, звезда смерти как бы оправдывает свое название полностью. Это реально звездом смерти. Такой звездов смерти врагу еще никто не давал, да? Ты сперва зашел кролем, а потом пулей. Ну да, только я проклятый ран-то не брал. И потом, кроли не пуля, это другой персонаж. Пуля не кроли, в смысле. Ну и кроли не пуля, да. Короче, не считалось, вот. Пустышка за пустышку, классно. Итого я просто так потратил 20 монет, классно. Окей, так, водичка, спасибо. Там путь свободен, да? Тынк, пущу. Водичка нам поможет. У меня даже снайперка на второй этаж так-то есть. На зачистку, если у меня внезапно хп не хватит. Так я не запускал пульку, Кать. Я запустил кролю, а не пульку. Это разные вещи. Короче, думай, как знаешь, сама взрослая. Вот. Думаю, что работает. Ок, пускай работает. Я не против даже. Даже отрицать не буду, я просто не против. Мне главное, что я получил неплохой дроп черного сундука. Неполный мусор, да? И это как бы уже хорошо. Лично еще нет. Ага. Если что, выход там, значит здесь, по идее, не выход. Мне как раз, по идее, в самый выход и не надо идти, потому что... Ауч! Быстро летящие снаряды, это обидно. Хорош комната. Хорошо, хотя бы шарик не проклятый, уже не плохо. Да господи, да сдохнет. Да. А вот сейчас, господи, я не должен был урон, между прочим, получать. Я то ли сам в пулю вошел, то ли хрен его знает. Не, Кать, ты не права. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Ну и би-би-би. Что-то на этом втором спецуровне мне постоянно прилетает по жопе. Я прям с этим, ну, ничего не могу поделать. Это такая лють. Это такая муть, если уж на то пошло. Просто ничего не могу поделать. Просто вот беру и получаю урон. По КД. В смысле? Чёрт! Я забыл. Скажем так. Упс. Я забыл, что Грааль дает одно проклятие. Я такой, о, типа Грааль лежит, классно. Дай возьму, да. Я абсолютно забыл, что Грааль дает проклятие. Ладно, я не первый раз со смертью играю с ней. Надо просто играть очень быстро и очень... А, стоп, подожди, у меня же в последующих магазинах тоже уже ничего не будет, правильно? Я купил, смерть появилась вообще моментально, и она сразу закрыла магазин. И, соответственно, в последующих магазинах тоже ничего не будет, они будут сразу закрыты. А, да это хреново, окей, так. Погоди, так я и ключ крысиный не смогу купить, да? Ага, неплохо.
Как интересно получается это прям. Блин, тут даже пульки за смертью скрываются. Их тупо за смертью не видно. Допустим, бил. Эй, а нет, показалось. Так, взрывайся, взрывайся. Вообще не так просто, блин. Между прочим. На полшишечки как бы, да. Так, хватит в меня стрелять, я хороший. Немножко тяжеловатенько стало, я бы так сказал. Совсем на полшишечки. Что там за хрень еще есть? Во-первых, комната очень здоровая, да, с доп. Респауна. Я не знаю, я здесь уже минут 20 нахожусь. Тысяч лет. А, вот кто здесь здоровый такой красный. Окей. Лучше снайперка, конечно, разбираться. Отлично. Смерть это не страшно, да, зато денег. Так, стоп. У нас здесь какой-то магазин, мне надо смерть куда-нибудь отвезти. И потом в магаз вбегать. Так, магазин со смертью закрывается на этаж. Окей, это радует. Хорошо, что не на всю игру. Недолет. Совсем капелюшечку недолета. И у меня всего пол хп. Not bad. Конечно, все будет хорошо. Почему бы все было плохо? Все будет отлично. Да? Пол хп это же нормально. Это более чем достаточно, чтобы быть живым. Особенно если смерть будет няшкой, не будет в меня особо сильно попадать. Ме! Жопа попала все-таки. Про это можно забыть, бывает что-то поделать. Ну да, то есть я его не так давно открыл на самом-то деле. Грайль этот, и я периодически забываю, что он дает проклятие. К сожалению. Окей, попробуем мы... Да, блин. Попробуем еще раз. В секретке была броня. Я рад за нее. Ты не поверишь, как я за нее рад. Прям... О! Очень. Здорово, Квазар. Еще разок. И все? Окей. А все шло неплохо, на самом деле, до того, как я Грааль купил. Ну, я со второго, точнее, секретного уровня не получил, в принципе-то, ни хрена. Сундуков и так далее. Но шло-то все неплохо. Хорошо, что он закрыт был. Я не потратил ключи на него. Ключ... Пёса! Нифига себе! Со мной теперь пёса, мне не так... Пёса, кстати говоря, если что, на мимиков лаять будет, вот. Чтоб я не забывал их проверять. Пёса, типа, делает вид, что полезное. Хотя, на самом деле, хрень, которая не хочет копать бетон. Но делает вид, что полезное, да. И на... Аллах-бабах, Аллах-бабах второй раз... Не очень легкая комната, но из-за обилия мобов, особенно проклятых, по идее, будет за комнату очень много денег. Ну, не очень много, но тем не менее, деньги неплохо. Зачем копать питона? Чтоб съесть, например, почему нет? Возможно, питон даже вкусный. Но это не точно, я его не пробовал. Я еще змею ни разу не ел. Говорят, костлявая, что забей.
И не очень сильно вкусно, хотя костей у змеи, по идее, быть не должно. Либо должны быть, но они должны быть очень странными. Допустим. Я, кстати, с этой маленькой комнаты получил денег больше, чем с той большой. О, проклятый слизняк. То, что надо. Еще один проклятый. Во, бабло. Текс. Мне здесь нифига не... Жральница, пожалуй, нет. В данном конкретном случае жральница мне только помешает, скорее всего, потому что... Мям. Мне хп нужно, у меня оружия никакого нет, мне еще хп пригодится. Чтоб струлялять во врагов. Так, сундук. Синий... ХПшка. Окей, бывает. Защита от яда плюс ХП, пойдет. Ну-ка, что там? Куча костей больше, чем у рыб. О, да, крутые кости. Блин. Тупой тачпад для дебилов. Я не могу тачпад даже нормально двигать. Блин, открывать ссылки для меня это хреново. Не надо открывать ссылки. Короче, типа змея не очень. Шак, а с чего в змее не должно быть костей? Она как рыба, весь скелет остается. Ты что, не видел скелеты змей? Да как я мог не видеть скелеты змей? Это же та хрень, которую все сразу видят с рождения прям. Как же я мог не видеть скелеты змей? Блин. Щедрый мужик, как антрацит. Тут, скорее всего, еще один сундук будет, да? Да. О, красненький. Ну, типа, на самом деле, такая себе пушка с красного сундука. Далеко не самое приятное оружие, ну да ладно. Окей, здесь секретов нет. Ну, пойдем на босс сначала, посмотрим, что там будет. Это петух Гатлинга на очень-очень здоровой карте. Окей. Хотя, с другой стороны, вроде как урона пушечки хватает. Я не знаю, по что я запнулся, но я обо что-то запнулся. И не сумел нормально перекатиться. Я не знаю, потому что... Бочка не должна тебе, по идее, мешать перекатываться. А по что я там в углу запнуться мог, вообще хз. Но это очень тупо было, конечно. И очень обидно. Бочка воды... А, обвочку воды! Да, обвочку воды запнуться можно, окей. 50 монет, окей. Реально, обвочку воды запнуться даже где-то обидно. Так, не давай вот с этой пушкой. Здесь секретовки нет, тут тоже. Здесь нет. Окей. Секреток.нет. Здесь я больше в магазине ничего... Ну, разве что броню можно купить. Давай броню себе куплю. Здесь секретки нет. Так, где у меня каминная? Я опять не знаю, что вот в этой комнате камин, да? Да, я опять не знал, что в этой комнате камин. Окей. Я постепенно привыкаю, все нормально. Да, попробуем сейчас вот в этой верхней комнате, наверное. Или в этой комнате даже. Нет, ну ладно. Лёп. Попробуем еще раз на спецуровень. Да, проклятый. И не покупать в магазине проклятые вещи. Это важно. Все-таки. Все-таки порой это важно не покупать проклятые вещи в проклятом ране. Но, кстати, есть один плюс. У меня сейчас есть сердце ядовитое, которое
И в этом ядовитом ране, вот на этом ядовитом этаже, я не получаю урон от яда. Это очень приятно. Определенно. Патроны пригодятся, кстати, да. Спасибо. Император пополнен. Какая классная фраза. Я пополнил императора. Смотри, несколько пополнений императора еще, он, возможно, даже оживет. Так, не. Отлично, правильный удар меча блокирует вообще все пули, выходящие из гриба. Очень удобно. Так, граната. Все пока что даже неплохо на самом деле идет, на удивление. Отлично. Пока даже коридорно. И так как развилок нет, нет больших комнат, что... Вот первая, да. Вот, нет больших комнат на развилке, в принципе, даже где-то удобняк. Так, дай первую пустышку. Секретовки здесь никакой нет. А, это та самая большая комната, которая в прошлый раз была, на которой я начал урон получать, где смерть за мной гонялась, да. Какая хорошая большая комната. Так, здесь будет доп. Респаун не очень приятный. Был... Оу! Хорошо долбануло так. Знатно так долбануло. Ну ладно, пока все. И много денег тоже. В рамке тоже вроде императора есть. Прикольно. Окей, я возьму доспех на всякий-всякий. Так, что здесь? Окей, пустышку за броню, и пес не лает. Ага. За пистолет, который умеет отскакивать теперь от стен. Зашибись. Я его могу даже сразу в жральник отдать, только... У меня нормального оружия еще мало, поэтому если я хп все-таки потеряю, мне нужно будет оружие на зачистку, поэтому пока что нет. Ну, оружие Арчвинга... Да, есть такое, по-моему, даже, действительно. Оружие Арчвинга Импретор... Это даже не круголяб, мне надо проходить это. Обалдеть. Хотя, вот с помощью меча получше получилось, да. Комиссар пустоты. Отличная пушка. Очень классная пушка. Ну и, соответственно, здесь еще одна броня, которую я, естественно, возьму и просто так, потому что... А, я секретку уже одну нашел, пофиг. Это будет просто плюс одна броня. Естественно, я не хочу идти на старого короля, потому что, ну, кто я такой, чтобы убивать старого короля? Я никто, и звать меня... Ну, хотя, не, я не никто, конечно, никто не я. Блин, если есть никто в чате, как теперь говорить, что я никто, а? Ау, классное попадание. Дважды. На удивление, я думал, что мне этого движения хватит для того, чтобы уйти от патронов. Дважды. Окей, я дважды лох, бывает. Не, ничего страшного не произошло, вы не подумайте. Все хорошо. Все хорошо, все хорошо, пунь-прунь. Все даже где-то замечательно. Ну, пёсы не копаются жопы кверху. Это большое сожаление. Но, в принципе, все замечательно, да. Пёса за два этажа вообще ни разу не прокопался. Это грустненько. Так, вот эту крутящуюся шляпу надо вообще первой валить. Что она страшная, когда она проклятая. Там не увернуться вообще никак. Эй, патроши! Давай сюда. Допустим, направо. Возможно, даже правильно, кстати говоря. Забавная комната. Никто сегодня не пришел. Ты некто странный.
Лоу, ты не очень. Смирись. Убил, хорошо. Блин, я даже прыгнуть туда не могу, потому что пульки все заполонили. Ту-ту-ту-ту-ту. Я, походу, все-таки к боссу иду, между прочим. А сундучок остался просто так слева. А здесь босс. Окей, пойдем за сундуком. Один ключ есть? Есть. В принципе, пофигу тогда. Но, правда, если сундук синий, лучше, конечно, ключ не расходовать. Но еще посмотрим. Вот, слизняк, который должен дать ему много денег. Ну, неплохо, относительно. Так, еще проклятые пульки. Тоже ошибись. Две монетки. Одна монетка. Не, еще две монетки. Хорошо. Вообще за два этажа с проклятого радна, даже при наличии покупок, ай, я умудрился накопить уже 177, и это, по-моему, очень даже неплохой результат. Я, правда, броню получаю, тут же ее теряю просто моментально. Зато денег накопил, да. Так, и зеленый сундук. Ну, зеленый это неплохо. Быстрое выхватывание, я не помню, что это дает. При перезарядке используется выстрел. Слушай, а здесь при перезарядке? Один. Это надо, я не знаю, ну это не на кустарную пушку, конечно. На какую-нибудь ракетницу типа Стингера это очень классно идет. Странно, что Катька замолчала, она играет, наверное. О, нет! Оу. Ну, на проклятого слизняка я точно сейчас не рассчитывал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, на проклятого слизняка я совсем не рассчитывал сейчас. 30% шанс получить проклятого слизняка, кстати. 30%. 30% прокнуло. Ну, кстати, с помощью ашной пушечки даже так-то убивается очень неплохо. Зря, на самом деле, я про нее что-то говорил. Окей, это хороший дроп с красного сундука. Я таки меняю свое мнение по поводу этой пушечки, она реально мощная. Здорово. Даже not bad face. Она реально мощная. Зенитные пули. А чё у меня пёс на него не полаял? Интересно, не успел? Окей. Зенитные пули это неплохо. Да. Так, теперь давай к магазу обратимся. У меня здесь ключ есть? Есть. Ключ нужен определенно. И я могу заменить, допустим, чумной пистолет. И, допустим, револьвер весельчака на что-нибудь. Таки даже без урона, да? Он не сундук, чтоб лаять на него. Но он, по идее, всех мимиков должен обнаруживать. Не только сундуков. Возможно! Я, кстати, это ни разу не тестил. Он даже может обнаружить стену мимика. Но это не точно. Пёса полаял, когда ты уже вскрыл, да? Я не заметил. Окей. Пёса за два этажа ни разу ни землю не прокопал. Вот что я заметил. Это очень хреново. Это как бы заметно, и это хреново. Так я вроде тогда пару гавков слышал. А, ну хорошо, расслышал. Синдари не поверю. Окей. Так. Кто тут еще проклятый? Еще больше денег, в принципе, неплохо. Больше денег пригодятся. Что-то как-то кусок мяса долго не мог решиться выстрелить, это забавно.
Так, здесь у нас просто переход. А, нет, комната целая. Вау. Так, крысидный ключ, конечно. Рогатка дважды, конечно, на самом деле. Еще плюс ключи, это зашибись. С рогаткой, наверное, пока что подожду. Оно, ну, то есть я не прямо сейчас на босса выхожу. А еще один ключ понадобится. Потому что мало ли два сундука, оба с фитилем, все как всегда. И даже если коричневый, не забываем, что это может быть радужный коричневый. А радужный коричневый — это как минимум очень много денег. Если не хорошие шмотки, да, то очень много денег. А много денег — это много полезно. Факт. Окей. Вот смотри, я понять не могу. Я иногда... Вот видите, как он нормально стреляет? И иногда он начинает просто стрелять медленнее. Ну, махать мечом медленнее. Я понять иногда не могу, что это за лаг такой. Но он реально начинает махать мечом медленнее. Я не знаю, что это за лаг. Махаешь, как обычно, машем... О, пёса прокопался! Вау! На третьем этаже пёса прокопался и дал мне глюч. Ну, неплохо. Шах, тебе надо челленджи брать, пройти ран только с мечом, например. Зачем? Иногда просто с мечом проходить раны не так прикольно. Особенно если есть какое-нибудь имбовое сочетание, там, синергия какая-нибудь. Допустим, триплшот и гиперсветовой бластер. Я до сих пор помню эту синергию чудесную. Или черепоплюй и позвонок. Тоже отличная синергия. Короче, синергия рулет, да. Меч тоже рулет, просто не всегда. А синергия всегда рулет. Угу, спасибо за потрошки. Но интереснее, да и публике будет интересно, я сомневаюсь. Судя по всему, там был взрыв-пакет, в который я удачно махнул мечом. Так. Ну, пёс не лает, окей. Стол техника ошеломления, ладно. Это даже не совсем плохо. Ничего хорошего, в принципе, но не совсем плохо. Стол техника пустышек пополезнее будет. Но даже стол техника ошеломления, в принципе, имеет право на жизнь. О, еще патроны. Найс. Все, собственно, император полон. Император полон патронов. Это жестоко. Полон свинца — это еще более жестоко. Не, ну с другой стороны, конечно, удобно, чё уж там. Стол техника ошеломления — это, но... Но стол техника пустышек попрактичнее, так не лаешь? Научная пушка, ну типа. Такая себе весьма средненькая пушечка. Андроба... Тоже за 115. Нет, я не пожалею то, что я ключ купил, но тем не менее. Тебе лишь бы пожрать, и да, я знаю, что ты не про это. В смысле? Я люблю жрать. Ты чё? Я и готовить люблю, и есть люблю, как бы. Тем, что я не про это, ты меня наоборот обижаешь. Не надо тут. Надо быть с собой откровенным. Да, люблю есть. Ну как бы. И чё? В этом не... Да не, Синдарин, это нормально как бы. Ну и тем более, что это Квазар говорит, типа, ему можно. Он мой саб, тут все куплено, как обычно, да? Смотри, как зенитная пушка прикольная. Зенитные пули прикольно работают на этой пуке. Мило выглядит, правда? А, мне же на яд пофигу. Да, точно. Так, это тот момент, когда я предпочту меч. Отлично. Так, 15. 5! Черт! Черт побери!
15 монет не было, я не смогу купить штам Андромеда себе. Это груздь. Так, это, наверное, хреново оружие, чтобы пускать секретки, на самом деле. Нет. Нет. Блин, да где секретки все, ё-моё? Нет. Обидно, мне монетки нужны. Всего 10 монет еще. Пожалуйста, пожертвуйте 10 шекелей таки бедному стримеру. Дай. Жопа. Я просто не знаю, где здесь еще секретка может быть. Это так обидно. В магазине ее уже нет. Так. Здесь я, по-моему, броню потратил. Тут тоже ее нет. Блин, у меня вот новоустановленная винда всякие ошибки выдает. Меня это раздражает. Снова все закрывать. 20 шекелей шаг. Почему 20? А, блин, точняк, 20. Там что... Нет, подожди. Там 115 или 105? А, 115. Ну да, тогда косяк действительно надо больше, чем я думал. Ну ладно. Где магаз жижи? Опс, я случайно хрен нажал. Чего, где магаз? Я здесь только что пустышку использовал, здесь нет секретки. Ну да ладно, хрен с ней. Я куплю рогатку, я куплю ключ. Тоже весьма неплохой закуп. Не лучший, но весьма неплохой. Поехали дальше. Так. Два ключа это зашибись. Две пустышки это не очень сильно зашибись. Хотелось бы пустышки, конечно, побольше. Но в принципе сойдет. Так, не идите, жопа спряталась. Нифига себе умудрился отбить. Так, попробуем здесь найти как можно быстрее крысиную дверьку, чтобы не потратить пустышки. А то я как бы могу. Если я потрачу пустышки, будет немножечко грустненько. А, столтехника ошеломления. Да, не забывайте использовать столтехнику ошеломления. И все сразу такие шеломнулись. Пёса пуст... Спасибо, пёса, ёпты! Третья пустышка — это то, что надо было. Но теперь на крайняк я могу пустышку использовать, это очень хорошо. Так, у меня есть столтехника ошеломления, я не побоюсь ее использовать. Два проклятых, вообще огонь. Так, минус раз. Окей, два проклятых взрывника, это очень круто. Хорошо, спаунеры не проклятые были, за это спасибо. Пригодится. Спасибо за хп. Меня искали? Не, Катюх, просто спрашивали, что ты замолчал, обычно ты спамишь. Шаг на минималках, это интересно, отстань. Как меня только уже сегодня не называли? И шаг с плесенью, и шаг на минималках. Ужас, просто мрак, как вы мне ей-ей. Так, все. О, магаз сразу, слушай, найс. Уйти, тюпуха ты, да! Да! Есть что? Есть, но не сейчас. Так. Ну, собственно, ран можно считать успешным, особенно если крыса будет проклятой. Если у меня крыс прокнет проклятым, то у меня
наверное, сколько? Процентов на 50 легче будет проходить, чем если крыса будет обычная. Шаг, рогатка топ. Шаг 4 выключи, отстань. В смысле, рогатка? Я знаю, что рогатка топ, и чё? Дальше ты чё, капитан, адмирал, ясен, всё. Так. Отлично, стоим, наслаждаемся умиранием. Умиранием? Классное слово. Шаг на минималках, как ты когда в тебя прямоугольником выстрелили. Чекай перезарядку. Зачем мне чекать перезарядку, Катя? Ну ок, дальше чё? Я как бы не забыл, что у меня есть эта хрень на перезарядку, Катя. Чекать-то зачем её? Я как бы все прекрасно помню. Но между рогаткой с перезарядкой и Андромедой, ты меня извини, конечно, но я выберу Андромеду. Двойной выстрел рогатки не сравнится с минус 25% хп всем врагам. Даже если это очень прикольно. Нет, не сравнится. Даже мимо нахрен не сравнится. Чтобы чекнуть, подумай, Кать, ты не очень. Я всегда. Я тебе еще до этого сказал, что рогатка будет здорово, да? Что я рогатку куплю, но просто не сейчас. А потом я увидел Андромеду. И что там Андромеда лучше, чем рогатка. Это факт. Даже лучше, чем улучшенная рогатка. Это факт. А Катька не очень. Особенно, когда пишет СДСМ. Йольф. Капсовый. Капса Йольф 9000. Так, ну коричневый сундук, это, конечно, здорово, но у меня остался всего один ключ. И да, я говорил, что коричневый может быть радужным. Но один ключ это один ключ. Блин, я очень хочу посмотреть, что Синдарин скинул, но я не могу сноут открыть. Потому что у меня вечно лагающий тачпад. Да я с компа, что ли, посмотрю, ё-моё. Чё-то там... Окей. Текс. Ты пил сегодня с этим же девизом? Охота завершена. Прикольно. Так, ну-ка. И да, проклятые пули сейчас просто в миллиард раз легче убиваются. Я думаю, что Синдарин пил без девиза, потому что нахрена тебе девиз, чтобы пивка попить? Логично, правда? Это ж не героический подвиг, на который девиз нужен, правильно? Пивка попить. Так, стоим бы. Отлично. Вообще хреново, на самом деле, телепорта нет ни там, ни там. Так, пёса гавкает? Нет. Окей. Еще и единство! Ащпи огонь! Ну, типа, я в жрадник уже отдавал, к сожалению, шмотки свои. Но единство это очень круто. Единство поможет. Сильно поможет. Особенно уроном на императора или на рогатку. Я вот не знаю, у меня сколько от стен нет, значит, рогаткой надо попадать. А в крысу попасть сложно. В итоге крысу первую стадию, наверное, лучше всего убивать императором все-таки. А вторую стадию крысы уже убивать рогаткой. Я думаю, что в этом есть логика. Возможно, ее даже несколько здесь, но это не точно. Героически попить. О, отлично! Проклятый босс это топ. Ну, с учетом того, что у меня есть серебряные пули, проклятый босс для меня просто топчик сейчас. Это, конечно, неприятно по жопе много получать урона от красных снарядов. Но, тем не менее, сам по себе проклятый босс это топчик. У меня, кстати говоря, есть еще одна пустышка, если совсем хреново будет. Потому что дверь к крысе я уже открыл. А пес мне дал, собственно, пустышку и еще одну. Найс. Очень легкий проклятый босс. Так,
колодрык, пускай будет. Так, ну что там по секретку? Может, здесь есть секретка уже? Нет. Чё-то по секреткам все грустненько, на самом деле. Я ее снова не нашел. Печаль, педа. Ну ладно. Так, ну чё, на крысу есть чем убивать, на самом деле. Действительно, есть чем убивать крысёныша. Это радует. Рогатка. Не хочу рогатку. Хочу императором убивать. Во имя императора, императором по-императорски. Потому что почему бы и нет, правильно? Ой. И первую стадию крысы тоже я буду убивать императором, скорее всего. Ну, потому что я рогаткой нормально попадать не буду. Наверное. А сейчас сначала мечом ее надо убивать, если уж на то пошло. И только если она мне хп уже снимет, тогда убивать императором, да. А вот вам и кефирный. Окей, да я посмотрю, что там кефирный принес. Шторм, сумрак, королевский ритм, хороший, стойки. Ангстром призма, граката призма, тоже неплохо. Акси опять великолепно. Надо Акси накупить просто овер до хрена, чтобы просто по Акси бегать потом. Эх, скин стрел тоже можно, кстати. Скин стрел поставить можно вполне. Окей. Сцену можно даже купить. Спасибо, Антон. Неплохо. Неплохо. Так, значит, помним, вверх-вниз-вправо, вверх-вниз-вверх. Вверх-вниз-вправо, вверх-вниз-вверх. Да? Я уже упал! Я думал, что я еще не упал! Я думал, что... Отвлекся, называется, почитать чатик, твою мать. Ну, что могу сказать? Я крысу запорол, я вас поздравляю. Гэгэ. Слушай, интересно... Сколько игр мне уже испортил Антон? Ну так, навскидку. В Террарии был, был. В рамке был, был. Сейчас в ЕТГ. Я отвлекся на пост Антона. И... тоже не очень. Да. Сколько стоит акси? Да стандарт там какой-нибудь, на самом деле. Шаг не очень. Конечно. Куда уж мне. Блин, обидно, слушай. Такой сетап прикольный на крысу, и в итоге на крысу не пойти, потому что отвлекся. Обида, не надо отвлекаться. Но мне еще, по идее, пара комнат на зачистку, и потом мне крыса скажет, что я лох. Это очень странный проклятый ран получается, конечно, но... зато песо два раза прокопался подряд, это неплохо. Все, это последняя комната, которая должна быть перед крысой. И крысы, собственно, не будет, и все как бы. Жалко, здесь нельзя один раз пойти не туда. Вот очень жалко, что нельзя просто один раз сходить не туда. Было бы очень мило. Типа, одну ошибку сделал, но все равно при этом на крысу попал. Как я до последнего надеялся в прошлый раз, когда ошибку сделал. Не да ладно. Да? Я чё, не зря повторял паттерн крысы, что ли? Игра, скажи мне, что я не зря повторял паттерн крысы, а? Окейно, окейно. Это ты, получается, из начальной комнаты можешь выйти в любую, а потом повторить паттерн? Если паттерн правильный, то все нормально? Mm.
Неплохо, неплохо. Окей. На удивление, я неправильно пошел с самого начала, но потом я решил... Я сначала захотел, типа, просто руки опустить и забить на это дело. Потом я решил все-таки сделать паттерн крысы. И оказалось, что я все это не зря делаю. Ё-моё. Все не зря. Все нормуль. Ау. В жопу последний попал все-таки. Вот ее вот эти вот удары, особенно быстрые, это просто такая жуть. Ай, и вот эти вот удары тоже жуть. Не люб... Блин, да ты запарила своими быстрыми ударами, ну честно-перечестно. Мне же больно, я живой человек, пулька. Мне больно, я живой пульк. Отлично. И вот сейчас надо будет уже проходить ее... Умудряюсь уклоняться, у меня опять же неуязвимость не столь хреново. Вот, надо ее пройти... вот, рогаткой. Ну, удачи мне, чем. Так, прям сейчас вообще не очень был. В смысле? Я на крысу пошел, даже если не пошел неправильно. В смысле, я не... О, проклятый крыса. Окей, проклятый робот, вернее. Ау. Вот это изначально, кстати говоря, нечестно было весьма. Оп, я не дотянулся. Вау. Окей, это действительно плохо. Теперь только пустышки меня спасают. Теперь надо пользоваться пустышками, если она будет эту атаку делать. Но, так как крыса проклятая, атака моментально возникает. И если она возникнет моментально, вот типа того, да, я не успею использовать. Фух. Аж дыхание задерживал нахрен, настолько это сложно. Not bad. Все. Все даже где-то зашибись. Ууу, заряжающие патроны. Неплохо. Не вовремя. А вот сейчас, по идее, вовремя. Я нажал, просто удар не зачитался. А вот сейчас рано нажал, да. Косяк. Да, блин, опять рано. Снова я попал в нее, по идее, именно вовремя. Ну да ладно. На. Есть один ключ, окей. Стадия переходная, и, собственно, я ключ с этого получил. Окей. Блин, блок, точно. Блок, 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 блок. И я снова не успеваю нажать. Назад нажать. Но два ключа. Зашибись. Снова два ключа с нее получил. Это не так плохо. Шаг очень факт. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо за признание. Спасибо, спасибо.
Да, сейчас я прям очень получился, на самом деле, на пол хп вот так вот крысу пройти потом. Это аж приятно. Я, кстати, могу спокойно совершенно третью стадию дракона открыть, потому что у меня 4 стеклянных камня гона. 4. Все 4 я могу отдать на дракона. Фишка в том, что я, честно говоря, очень сильно не хочу еще раз третью стадию дракона проходить. Вот откровенно. О, мимик, да ладно, спасибо. А как я буду мимику убивать, тут другой вопрос. Да я слышу, успокойся. Пёса, угомонись, мать-перемать. Тут на самом деле мимик-то не очень большим хп обладает, но он сложный просто по стрельбе. Окей, чё у нас? Ещё мимики есть? Нет, больше мимиков нет. Проклятый продвинутый дракон, да я там сразу сплющусь. Вот смотри, вот я его увижу и умру прям моментально. Вот просто вот от одного взгляда на него. Первый раз на стримце есть кто из общительных? Нет, ты чё? Все интроверты. Ну ладно, хрен с ним. Окей, пойдем попробуем еще раз на дракошу выйти. Есть надежды, слабые, конечно, но надежды есть. Тем более, что в первый раз я его уже прошел, я как бы уже молодец. Я только что проклятого робота завалил с пол хп, я тоже молодец как бы. И камни гону мне нахрен не нужны, поэтому я на халяву могу дракошу запитать, это тоже я молодец как. Очень прикольно, с крысы выбить столько камни гона. Да. Ну, собственно, сейчас у меня вака-вака-вака есть. Это здоровски, и я буду зачищать комиссаром пустоты вместе с вака-вакой. Шансы есть. Вопрос, насколько большие. Это важный урок, вот только какой. Я просто сижу уже минуты две, а все молчат. Ты чё такой бой с крысой был? Тут как бы такой спам был, да? Так, вака-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 вака. Успею кого-нибудь заваковачить? Нет, уже не успею. Окей. Опять же, ничего страшного, с серебряными пульками в любом случае будет неплохо. Даже если сплошные проклятые враги будут в комнате. Так, надо только... Не-н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 е, молодец. Это как бы почти молодец, но только не прокнуло. Вот не надо тут всякого вообще фу таким быть как бы. Так, где эта задница? Вот я же говорил, что комиссар пустоты, в принципе, офигенная пушка на зачистку. Просто великолепная пушка, обожаю комиссар пустоты. Здорово, Хабарин. На Хамбле раздается классная космическая стратегия. Да, мы в курсе, спасибо. Так, вака-вака-вака-вака-вака-вака. Идите сюда, иди, ё-моё! Нём. Отлично. Так, тебя сожрать, тебя застрю резать, тебя застрю резать. Хм, заметьте, у меня нифига нет крутости, крутизны, да, показатели крутизны. Поэтому чё-то ни хрена не работают патроны крутизны мои. К сожалению. Наверное, потому что я ни хрена сейчас не крутой. Вот в ашпе. Даже несмотря на то, что я вроде как круто крысу завалил. Показатель крутизны мне, к сожалению, это не прибавит. От этого немножко грустненько. Так. О, магаз. Так, за... Есть что? Есть. Слушай, хороший вопрос. Если мой змей будет у меня под стандартом, когда он перейдет дракону, он останется усилен стандартом или нет? Хм. Между прочим. Просто пакет. Желательно спрашивать, прежде чем кидать ссылки. У тебя единство. Хорошо, что напомнил, да. Действительно, у меня единство, мне нельзя ничего продавать. Твоя, правда? Молодец. Секретовок нет, окей. Ну и чё, мне под единство тогда проще купить Derringer RPG сразу, правильно? Даже если я им пользоваться не буду. Шаг, это я попросила, ок.
Но ты как бы, Кать, молодец, что попросила, только тогда в ПМ, наверное, скинуть надо тебе. Если ты попросила, а не в общий стрим, мало ли что он скидывает. В конце концов, даже если ты попросила, опять же, разрешение спрашивать все-таки надо. Ну, это банальная вежливость. Просто пакет, ты если что, размутан, да? Да, ты если что, размутан сразу. Не верь Катюхе, Катюха тебя и не до такого доведет. Ну, в смысле, Кнайфера, да, если ты не знаешь, что... Кнайфер это Катя, вот не верь ей вообще. Вот она такая вообще все еще не очень. Угу, угу, угу. Эй, больше денег. Лениво мне что-то там регистрироваться. В Хамблет-то? Да там регаться на самом деле очень просто, в Синдарине. Верьте мне. Угу. А что с ней не так? Да все с ней, в принципе, не так, ты знаешь. Начиная с того, что это вообще Катюха как-то. Да? Это много уже объясняет как. Так. Хорошо, что я пульку, слушай. Ать, оп. Еще. Ать, оп. Тыц. Еще! Нет, ну вот. Слышь, чё слышкать? Ты хочешь с нами. Вака-вака-вака-вака поспорить? Будь здоров! Или что? Вака-вака-вака-вака-вака-вака. Вака-вака-вака-вака-вака. О-о-о, вака прошло неуспешно. Фак. У меня 7 патронов от комиссара пустоты, у меня нет вака-ваки. Все очень плохо. Блин, это еще полноценная комната. Очень плохо. Так, нет, ножик не пойдет. А, у меня же крысиный пистолет есть, лол. Я забыл, что у меня крысиный пистолет внезапно нет. Внезапно забыл про внезапно крысиный пистолет. Ну, такое бывает, наверное. О, патроны. Вовремя мерся. Но комиссар по затылку все равно прикольный. Пес он не гавкает. Черепашка! С чем? А, слон посудно. Да хрень полная. Теперь я буду стрелять одним слоном, и это... И это что это было? Я не использовал пустышку. Какой стример такая, Катя? Свэш, дарю её, перный театр. Я чуть немного не понял, что это за эффект пустышки был только что, ну да ладно. У меня одного моргнуло. Взял пушку, сломал. Мне показалось, что был эффект пустышки, Синдарин. Вот. Это и было вот это вот моргание. А, стрижающие пули. Может быть, кстати. Может быть, стрижающие пули сработали об стену, хотя это странненько. Окей, ребят, простой вопрос, да или нет? Очень простой вопрос, да или нет? И только Синдарин сказал «ква». Обидно. Ну ладно. Окей. Так, пушка, стоп. Сначала не нужно... Ну, мне не нужна пушка в руках, все. Слабость плюс очищение. Минус ХП из того, что я могу заметить, да? Очищение от проклятий, что ли? В смысле? У меня серебряные пули, жопа! Минус ХП и очищение от всех проклятий? Учитывая то, что у меня серебряные пули? Жопа! Минус проклятия, зажибись! Нахрена мне серебряные пули теперь, кто мне скажет? Мям. Серебряными пулями проще валить проклятых, чем валить обычных без этих пуль. Серьезно. То есть проклятых врагов становится валить очень легко, это раз. Ну и, соответственно, они дают тебе больше денег, это два. Я в итоге остался без денег и без контейнера ХП. Отлично. Дабл дебаф. Ну как, с одной стороны, это по идее баф. Избавление от проклятий. Просто
Ну, скажем так, давай так. Если бы у меня сейчас серебряных пуль не было, это было бы офигенно. Но так как у меня серебряные пули, то есть фактически на меня проклятие, ну, никак не влияют, да? Они мне, наоборот, помогают. Для меня действительно это двойной дебаф прям таки. О, мимег. Гав, 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 гав. Такс. Нет. Давай, черепашка, ломай ему член. Молодец. Хороший дробовик, кстати говоря. Люблю этот дробовик. Пучок жезлов, это хорошо. Такс. Здесь нет. Здесь нет. Второй секретки мне, видимо, здесь не видать. Все, собственно, остался только босс. Надо на босса выходить. Минус плюс урон по боссу. Хорошо написала Катя. Если босс будет проклятым, а босс проклятым не будет. Поэтому пофигу, на самом деле. Урон абсолютно такой же. Ну, то есть, скажем так, на урон по боссу это влияет не очень сильно. Вот, ну, откровенно. То, что я сейчас словил минус проклятия, да, это не так сильно влияет. На босса так точно. Боссов проклятых не будет, мне будет проще без проклятых боссов. Ну, правда. Вака, 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 вака. Я, кстати, по идее, босса должен жрать еще при этом, действительно. Пустышек у меня, если что... Нет, да, я про это забыл. Я начал говорить, смотреть, есть ли у меня пустышки, и в этот момент понял, что мне их нет. И мне что-то грустно стало, слов нет. Текс. Вака, 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 вака. Маузер, говоришь? Так, ща будут проклятия. Ща все нормально, ща проклятие будем возвращать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Противовоздушные. Я так понимаю, что... Да, вот эти вот многонаводящиеся отскоки будут. Секунду, ребят. процентов не решает. Ой, да ладно. Набиваем проклятие. К сожалению, набивать проклятие нельзя. Ты помнишь об этом, да? А хотя нет, погоди. Стоп. Сейчас же пофигу, правильно? То есть, я, по идее, сейчас ловлю проклятие, но при этом не получу шмотку. Он закроет магазин, но на следующем этаже все равно магазин... Ты, наверное, шутишь, придурок? Почему в прошлый раз он на меня бочку катил, а в этот раз ему похрен на то, что я несколько раз по... Вот. Почему сейчас я два раза сумел спереть? Непонятно по иносраному. Нужно выходить из комнаты. Ну, в смысле... А ты не. В смысле? Я выходил. Я выходил, я более того, я зачищал и возвращался. И он на меня ругался. Осталось прифигачить спайсуху? Кстати говоря, неплохой вариант. Так, с чего мы этаж зачищаем? Вообще с меча можно зачищать. Можно с... сырной пухи зачищать. Можно зачищать с комиссара пустоты. От комиссара пустоты не так много патронов осталось. В этом косяк небольшой. Да, мечом, наверное, попроще сейчас. Было. Мечом, наверное, попроще сейчас было. Да. Больше не будет. А я напомню, у меня как бы третья стадия дракона еще меня ждет, да? Мне совсем весело сейчас будет. Нахрен я взял третью стадию. Ну, с другой стороны, я взял его на халяву, пофигу. Сыр у меня был. Кроме сыра, в принципе, больше ничего с крысой мне не надо. Мешок мне нахрен не нужен. Крысиная пушка нахрен не нужна. Что мне еще там нахрен не нужно? А, ботинки тоже хлам. Ну, то есть, в итоге,
Самое ценное, что есть у крыс, это круг сыра. То, что мне больше всего нравится, то, что самое пипец какое крутое, это вот этот сырок, которым я могу жрать даже боссов. Не, ну, не, ну это нечестно! Это ненормально, это нечестно! Мям. Но это правда нечестно было. Он начал умирать, и я остановился на месте. Вместо того, чтобы в безопасности остановиться, я остановился над пропастью. Я ничего с этим поделать не мог. Это нечестно. Я бродиздую. Хэт. Беги. Видимо, первый раз шанс 100%, потом меньше насоворовать. Может быть, кстати говоря. Шаг столы, зачем? Хотя, прям, да. О, свирелька! Эй! Куриная сила! Так. Бейте цыпочек, цыпочки будут бить вас. Все логично. Так, цыпа, 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 цыпа. Цыпа. Ауч, да не меня, цыпа бей, ёпта. О, куриная сила 9000. Нормально. На драконе, кстати говоря, на улучшенном куриная сила, возможно, будет очень хорошо работать. Прям очень. Окей, сырно. Ага. Еще одно проклятие. Надо? Нет. Призрачной пули надо? Нет. Ключ надо? Нет. Ну, можно под эти хпшку взять. Окей. А, да, мне надо спереть что-нибудь. Ну, видимо, я сопру эту перчатку просто ради того, чтобы... Ну и бе-бе-бе. А, просто ради того, чтобы побольше проклятий было. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Пынь. Сразу двойное проклятие легло. Интересно, оно исчезнет теперь? Да, теперь исчезает. Окей. Собственно, ничего страшного. Двойные проклятия я еще получил. Проклятые враги теперь, по идее, будут. Проклятий у меня всего получается... 4. Да? 5. Подожди, когда мне шопкипер сказал убираться и не возвращаться, он проклятие на меня накладывал или нет? Если наложил, то 5. Если нет, то 4. Если 5, то есть шанс встретить проклятого босса. Если 4, то шансов проклятого босса встретить нет. А мне как бы надо проклятого босса как бы встречать, потому что легче будет. Вот. Это Акарина. Нет, это петушиная сила. Отсып на 90% больше урон наносит. За счет моего этого, да. За счет того, что у меня сигиль за спиной. Точнее, баннер. Вот. Цыпочки действительно наносят дофига урона. Да и петух наносит... это петух, говорю. Черепашка наносит очень много урона, на самом деле. В основном я это брал ради черепашки, потому что черепашка очень крутая. Особенно, когда он на овер до хрена урона будет наносить, она мега крутая становится. О! Есть еще что попереть! Хе-хей! Петушиная сила! Нет, ну ладно. Так, так, здорово, проклятело, спасибо за проклятые пули. О, да. Благословение и проклятие. Так, а что дают проклятые серебряные пули в купе? Работает то, что ты намотала на это, на губу-то там, да? Угу. Так, серебряные пули. Если рождается из проклятой воли, то каждый убитый проклятый враг немного увеличивает урон. Блин, обидно, что это только на 5-м этаже встретилось. Теперь у меня, по идее, до хрена должно быть проклятых врагов, потому что я еще плюс дофига проклятий себе получил. И каждый из этих проклятых врагов будет увеличивать мой урон. Это Желул. У меня еще единство, не забывайте. Можно, кстати, попробовать еще так. Оп. Варюга, и горжусь. Отстань. Мне надо. Ну ладно. Так, она типа все, да? Больше спереть не удалось. Бывает.
Имба, кстати, как платиновые, но проклятые. Да, действительно. А если сюда еще и платиновые прихреначить, то останется только монитор. Пес не гавкает. О, двойной перекат. Класс. Двойной перекат на всякий-всякий, чтобы защищаться от всякого. Пынь-пынь. 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 Пуц-пуц. Шляп-шляп. Я ни одного сундука еще на этаже не нашел, поэтому, скорее всего, на сундуки надо. 9 проклятий. Я не помню. Зачем воровать, если мог купить проклятие? Больше проклятий, Кать. Богу проклятий. Мне не надо было покупать, мне надо было заворовать ради двойного проклятия. Не, одиночный. Нет, все правильно, двойного проклятия. Типа за воровство проклятие и за то, что у проклятого тоже проклятие. Больше проклятий, богу проклятий, короче, вот. Стрижающая пушка прокнула на смерть, бывает. Так, я не понял, где все проклятые враги? Их же больше должно быть, у меня реально много проклятий сейчас. Только где-то проклятых врагов тупо нет. Мне как бы с них еще урон надо повышать. У меня урон за счет серебряных пуль очень неплохой по проклятым врагам. Плюс у меня урон от проклятых пуль еще в процентном соотношении идет. Но мне надо либо больше проклятий, либо больше проклятых врагов еще. Скорее больше проклятий. Я не уверен, что шанс того, что у меня будет проклятый дракон, очень большой. А хочется. Потому что проклятого дракона будет очень легко убить. И типа ачивка неплохая, и убить легко. Два в одном. Так, пол хп. Ей, патроны дважды ей. Неплохо. Так, не гавкает, окейно. Ледник, ну типа пускай будет. Так, теперь мне надо сюда сначала сундук узнать. Что за сундук будет точнее. И потом уже выходить на босса. Надеюсь, что дракон будет проклятым, хотя... Шансов на это, по-моему, процентов 20 сейчас, да? На мне 8 проклятий, насколько я помню. Или 7 даже. Судя по тому, насколько мало проклятых врагов, вообще возможно, что на мне только 7 проклятий. Подожди, было 4, дальше 5, 6, 7. На мне 7 проклятий сейчас. А, нет, стоп, проклятый пуль 2 проклятия дает. 8. На мне 8 проклятий сейчас, значит, шанс встретить проклятого босса процентов 20, если я все правильно помню, да? Там 10, 20, 30, 50. По-моему, так скейл идет. Я могу ошибаться. Короче, шансы есть, но они не очень большие. И почему-то не прут враги. То есть, очень мало проклятых врагов прет. На 8 проклятий это 40% или 45% даже процент шанс того, что враг будет проклят в комнате. И странно, что его проклятого такого точка нет. Даже где-то грустно. У меня весь билд рассчитан на то, что у меня будут проклятые враги, а проклятых врагов не дают. Ну дай проклятых врагов, ну чё тебе жалко, что ли, ё-моё. Жопница. О, money power! Плюс процент урона, плюс процент урона, ещё плюс процент... Так, давайте смотреть, так. Значит, защита от яда, доп. Выстрел, плюс маленькие выстрелы, плюс урон, 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 плюс урон. По-моему, это охеренный ран. Да. Шаг, остановись. Да сейчас остановлюсь, вот скоро уже. Сейчас прям, я думаю, могу даже совсем, на совсем остановиться, да. Погоди, ты чё, проклят? Нет. Он недостаточно красный, да, для проклятого? Вроде как. Я понять не могу. По-моему, нет. По-моему, не проклят. У него бы пули красные, типа, совсем красные были. Вроде как. О, петушиная сила! Кукареку, ёпты! Нет. Нет, 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 нет. Зря, наверное, пустышки на самом деле сейчас использовал. Надо было жральницу скорее использовать, чем пустышки.
Отлично. Текс. Ну, не сыром единое. Надо проходить это дело впрямую. Без сыра. Найс. Фух, прошел без сыра, все. Давай. Сейчас все будет. Возможно, даже хорошо. Угу. Варик. О, снова, это сразу ракеты. Мило. А-а-а, вот эту атаку он в прошлый раз, кстати говоря, вообще не делал, да? Мило с его стороны в этот раз делать эту атаку. Блин, снова, да, петушиная сила. Эти хрени сейчас остаются на месте, и пока я их не убью, они будут в меня стрелять. Это очень неудобно, конечно же. Ау, двойной перекат не спасли даже. О-оу. Так, деф, 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 деф. Вот этой атаки тоже в прошлый раз вообще не было, а она тоже как бы очень не очень. Как много атак новых он сейчас показывает, просто пипец. Ау. Я не понял, там что, стрелок еще оставался даже? Обалдеть, я его что-то вообще не заметил. Тихо. Блин, почти успел. А глазиков в меня показать не? Самая легкая его атака. Ау, блин, все-таки задел, падла. Есть. ГГ. Отличный прокльтера, надо признать. Просто охеренная синергия. Найс. Будь здоров, Синдрин. Это действительно очень приятный ран был под конец. Прям очень. А все, в принципе, да, первая пушка с красного сундука, от которой я сначала поливался, она оказалась очень даже крутой. Отличная пушка. Я теперь... Это одно из тех оружий, которые я буду ждать из красного сундука. Да. Оно того стоит. Пыньк. Шаг продвинутый хвалить на раз-два начал. Неинтересно, но сорян. Гага. Где боль, где страдание? Где-то в самом начале стрима. Катька не очень. Она сама поняла, что она не очень Синдрин, да. ГГ. Охрененный. Два офигенных рана, кстати говоря. По-моему, и первый, и второй у меня на час 07 был в итоге. Оба рана на час 07 именно.